Ах, вот какая же она гадость. Везде капканы у нее тут расставлены. И вроде даже бандит попался. Так, сохранюсь. Все-таки такая очень важный переломный пункт. Удалось убить целую ворожею. Морозная руна. Интересно, выживу. Ха-ха. Ну, попробовал, узнал. С одного удара меня морозная руна сносит. Хорошо, что ее заранее увидел и... А вот и вторая. Такая вот дурацкая смерть. Ладно, туда не пойду. Нафиг мне тот горноцвет не сдался, чтобы попадать два раза в морозные руны. Назад. Ох, и чародия, чародия. Не чародия, то есть ворожия. Тоже заговариваюсь. Итак, морозные руны неплохо спрятаны. Хоть они и выделяются немного. Но вот в такой вот густой траве их заметить сложно. Вроде впереди там тоже что-то есть, и можно даже посмотреть. Лагерь. Зайдем. Поздороваемся. Северная горная застава. Бандюки. Да такие слабые бандюки на самом деле. Думаешь, ты можешь меня взять? Куда же ты? Я с тобой не справлюсь. Так зачем атаковал тогда? Ну, хотя, конечно, по большей части это я напал. Иди сюда, рыба. Золото, нордский мед. А вот орочий боевой топор я возьму. Испорченная книга, железный кинжал, погребальная урна тоже возьму. Содержимое этой урны. Желтая книга загадок. Можно поразгадывать на досуге. Итак. Ради подлинного удовольствия и для вязчего укрепления ума автор предоставляет в настоящем труде все собранные им знания об искусстве загадывания загадок, добытые посредством усердных изысканий и многолетнего общения с единомышленниками. Загадывание и разгадывание загадок – традиционное светское занятие аристократов Запада. Дворяне и Парвеню собирают и штудируют книги загадок в надежде, что таким образом повысятся их шансы блеснуть умом и смекалкой в общении. Этот металл не черный и не красный, тяжелый, как жажда. Злато, что многих губит, а именем своим созвучны с животным, что в грязи валяться очень любит. Свинья – свинец. Так, человек сказал: «Солжешь мне, убью тебя мечом. Скажешь правду, убью тебя заклинанием. Как ответить ему, чтобы остаться в живых?»
ты убьешь меня мечом. А почему? Солжешь, убью мечом. Скажешь правду, убью заклинанием. То есть ты убьешь меня мечом. Если это ложь, то он должен убить заклинанием. Ага, то есть он не может убить мечом, потому что иначе это будет означать, что он солгал. Понятно. Босмер был убит. Альтмер обвиняет в убийстве Данмера. Данмер утверждает, что виноват Каджит. Орк клянется, что не убивал Босмера. Каджит говорит, что Данмер лжет. Если правду говорит лишь один из них, кто убил Босмера? Орка почему? Каджит говорит, что Данмер лжет. А Данмер говорит, что виноват Каджит. Значит, Каджит не виноват, так как Данмер лжет. Альтмер обвиняет в убийстве Данмера. А. Если правду говорит лишь один из них, кто убил Босмера. Орк клянется, что не убивал Босмера. То есть все лгут, только один говорит правду. Интересная такая загадочка. На самом деле думать и думать. Почему именно так? Что, все? Ну что ж. Неплохое развлеченице. И сундук. Сундук. Новичок замок тут. Золото и очередные отмычки. Это и есть вся застава, или там что-то есть? Ох, стоило ли заходить туда, не знаю. В любом случае стоит выйти. Ну что? Сохранюсь. Держи, бежим. Потому что очень сильно бьет. Такая лихая девка. Но она уже почти умерла. Объясни.
Ведьма там сильно бьет. Не могу. На тебе. Да и разбойник не слабый. Все-таки не так сильно. А уровень я на нем поднял. Тут еще какая-то ловушка. Ну, суть этой ловушки я примерно понял. Много-много всего интересного. Битва у Красной горы. Навык блокирования повышается до 48. Так, про трибунал я вам позже чуть-чуть расскажу. Сейчас читать не буду. По форме можно, кстати, одеться. Ну и новый уровень стоит выбрать. Ага, у меня магии вообще, я чем-то заболел. Вообще немного. Здоровье и запас. Раз у меня так мало магии, взять ли мне еще магии? Или здоровье? Наверное, здоровье возьму. А колдовство возьму такие ученик школы колдовства. И не буду печалиться ни о чем. Да что ж такое? Зелье магии, золото, отмычка, сильное зелье запаса сил. Нести могу 237. То есть, в общем-то, идти еще вперед. Зато теперь от ранашиков можно вызывать. Сохранимся. Как тут все запущено. Тут, скорее всего, пауки живут или жили. Живут, куда живут. И надо этого паучка там. Гигантский морозный паук. С ним будут проблемы. Так атакуй его. Само собой. Следующего Атронаха вызываю, пусть разбирается.
уже от Ронарда показали. Ох и паук. Главное не упустить тот момент, когда Атронах появляется. Вау. А то сейчас может быть плохо мне. Давайте, давайте. Не успел я ударить. Так, интересно, там есть бандиты? Или они попали в ловушку, так сказать, зайти смогли, а выйти, вот вам паук. Хотя паук, откровенно говоря, немножко тормознутый. Благо, теперь я могу два раза Атронаха вызывать, и не придется убегать, скорее всего. Это очень мне должно помочь. А тут уже теплее, и все тает. Вот как меняется температура. Там наверняка люди. Ну что ж. Приглушение шагов. И сначала оценим обстановку. Да, как я и думал, люди вон идет кто-то. И ни в коем случае, чтобы он меня... Ого! Кто-то не один идет. И тут они, между прочим, сюда. Да там сложная битва, если честно. И боюсь, мой Атронах долго не протянет. Могу вызывать его снова и снова. Люблю размяться. Давай до свидания, головорез. Так меня крошить. Так, ну что ж, Атронахи, Атронахами. Судя по всему, головорез сражается. Ему там неплохо. А точнее, даже, наверное, плохо.
раз показатель его здоровья так сильно уменьшается. Упс. Иди сюда. Куда ты сдаешься? Я ударь, только начал ты. Тебя. Я с тобой не справиться. Мы разломаны. Красотища. Но это один такой. Прочный железный щит, двемерский боевой топор. Беру. Золото, стальной пластинчатый шлем. Но мой лучше. Но этот пластинчатый, то есть я могу его улучшить. Стальные сапоги с ковкой. Возьму, если что, потом выброшу. Сохранится, само собой. Вот один парень. Потерял жизнь. Так, надо назначить на приглушение шагов. И сразу от ранаха, если что. Так ты мне покачаешь, может быть. Не дождусь забрать твои деньги. Какие денежки? У меня много денег. Все. Как неплохо. Так, ну с моей магией, конечно, сюда бы лучше не лезть. А как-то, по крайней мере, вылечиться. А то такой... Немножко опасно я себя чувствую. Но сейчас наберу. Ой-ой-ой. Это в честь чего? Такой град стрел. Какое-то растение. И подъем вверх. Красиво тут. И еще какое-то. Бородатый мох, джазби. Это что-то вроде винограда, насколько я правильно понимаю. Итак, впереди интересная дверь. Открыть Скайрим. Ну что ж,
Сейчас посмотрим, что это за Скайрим. Сангвин, даэдрический принц наслаждений, разгула и сладострастия. Он куда чаще, чем другие принцы Дейдра, интересуется делами смертных. Южная горная застава. То есть это я уже перебрался на другую сторону. Так, ну само собой. Не посмотрев, что да и к чему тут, я особо сильно высовываться не буду. Шлем. Сундук новичок. С замком, точнее, новичок. Сам-то сундук не новичок, но тут уже наверняка давно стоит. Да ну что ж такое, ну. Открывайся там. Великий камень душ. Просто супер. И эльфийский щит возьму. А виды тут. Это вид на ветреный пик. Потрясающе просто. Это вид на крепость Хелген. Хелген находится гораздо выше. Вон там, вон внизу. Под утесом этой горы находится Ривервуд. Это озеро, из которого вытекает Белая река и течет дальше в сторону Вайтрана. Потрясающе! Когда я был на Ветреном пике, мне казалось, что я достаточно высоко забрался, но так высоко, как тут, я еще не был. Такое ощущение, что уже находишься на высоком Хротгаре, хотя он, наверное, вон. Самая высокая гора Тамриэля. Так, ну, это максимум, чем я могу рискнуть. Эй! Вон и Вайтран вдалеке. Просто прекрасно. Что же это за застава такая? Как вообще она тут оказалась? Такое потайное местечко. Ну и самый главный вопрос, а куда она ведет? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я знаю, что это за тварь, и связываться с ней вообще никак не хочу. Это призраки морозные или что-то типа того. И жалят они очень больно. Ладно, в общем-то, мне этого достаточно, чтобы понять, что там я не пройду. Хотя, может быть, о тронах. Так сказать, таблетка от всех возможных невзгод. Так, а лечение недостаточный запас маны. Ну что ж, мой атронав неплохо бьет, но он скоро умрет. Главное не дать этой твари попасть внутрь. Сейчас посмотрим, зайдет или не зайдет. О, пошло. Так как это холод, а каким таким образом
сердце дымка. Вау, еще один дымок. Заберусь и я выше. Ползет сюда, надо Атронаха вызывать. Зелье. Темнело в датском королевстве. Пора мотать ноги. Мать дымок. Не надо мне никакую мать дымок. Взял что-то с ее дымка. Мне этого и хватит. Так, а чего? Чего не двигаемся дальше? Мать дымок. И телепортнуться отсюда я не смогу. Надо тогда пропадать из виду. Так, теперь явно могу и телепортнуться. Примеру, южная состава очищена. К примеру, куда же его телепортнуться? Ну, для начала в Риверуд.
никакого взлома. Да. Маг, да, значит, это у нас маг ходит. Если тебе нужно что-то простое и надежное, клянусь и с миром, я выкую это. О, а с тобой Нужен новый клинок? Поторговать можно? Нет, ладно. Не рабочее время, торговать он не хочет. Вот такой вот Алвар непростой. Это у нас... Щит так. Фолкрита. Что ты здесь забыл? Вроде где-то тут видел светлячка. Нет, уже не вижу. Зато вижу чертополох. И лунного мотылька. Ну и две луны. Нирна. Красота. Что ж, насыщенный выдался день. Такая бодрящая очень ночь. Побывал в таких местах, что и не думал. Увидел таких существ, что и не видел до этого раньше. Ну, зато понял, что пока что рано мне. Это кто такие? Как ты себя чувствуешь? У тебя совсем больной вид. Да, есть такое дело. У меня магия вообще... Нужно что-то. Нужно что-то. Да. Фолкрит милиция. Это ополчение Фолкрита, в общем. Патрулирует, я так понял, дороги. Так что, если я кого-то не того встречу, всегда можно будет вернуться назад и попасть под защиту Ярла Фолкрита. Кстати, Ярл Фолкрита меня приглашал к себе. И были у него какие-то ко мне предложения. А это кто, кстати? Это идет торговец со своей охраной. Да. Что ж. Давай сторгуемся. Погляди. Я хочу продать тебе двемерский боевой топор. Бери. Орочий боевой топор. Орочий кинжал. И кое-что из одежды. Амулет Мары увеличивает магию на 10. Увеличивает запас сил на 10. Заклинание восстановления расходует на 10% меньше магии. Ладно, золотое кольцо. Вот кому я могу продать золотое кольцо. Золотые кольца. Имперская броня. Меховые ботинки. Нефритовый обруч с изумрудом. Могу продать, а могу попробовать его зачаровать. Зачем продавать? Надо зачаровывать. А потом продавать обруч. Так и кольца могут же зачаровывать. Вот. Догадался. Заклинание восстановления расходует на 12% меньше магии. Стальная броня. Держи. Серебряное ожерелье. Стальные сапоги с ковкой. Тоже держи. Черное одеяние мага. Одно оставлю себе. И эльфийский щит. Продам. А в разделе разное у меня есть аметист. Гранат. На тебя аметист. В общем-то, почти все золото выменял. Кто же это? Да. Это наемный лучник. А что, пойдешь со мной? Да. Да, за 500 согласен. Многие спорят, что опаснее, меч или магия? Ого. Хух.
Что ж, когда по дорогам ходят такие вот солдаты, которых можно за определенную сумму нанять... Говорят, стража рассвета возрождается. То... Это охотники на вампиров или что-то... Уже не страшно и путешествовать становится. Увидел бандитов, сразу 500 золотых, отстегнул наемнику и с наемником вместе этих бандитов разделали. Так, ну что ж, я бегу к пентаграмме душ, которая находится у придворного чародея Ярла Палгруфа Мага Фарингара. Камни душ у меня есть, а наполнены ли они? Вот тоже вот интересно, а то я тут зачаровывать решил разное. Маленький камень душ есть наполненный. И все. Фактически мне светит большинство вещей, которые я думаю зачаровывать. Просто продать. Да. А камни душ надо начать собирать. Ну что ж, я уже куда более смело чувствую себя на дорогах Вайтрана, уже кое-какая техника и тактика есть. Можно прокачивать свои бойцовские навыки, броню и блокирование, в то время как Атронах будет действовать на моей стороне. Зайду тогда себе в дом, посмотрю, может, какую книжку в библиотеку поставлю. Книги. Битва у Красной горы. Замечательно. Отличная, кстати, книга. Обязательно вам почитаю. А что, на нижнюю не могу поставить? В чем проблема? Только одна полочка работает. Некрасиво, если честно. Это выглядит. Было бы интересно, если бы работала и нижняя, и верхняя. Так, ну три книги. Ладно, мелочь. Да, кстати, у меня есть Хускарл. Надо об этом не забывать и пользоваться ей. Периодически. Великий камень душ. Ну, спрячу, само собой. Железный слиток тоже пока что оставлю. Крохотный камень, маленький камень душ оставлю. И серебряный слиток оставлю. Пища, свитки, амулеты. Оружие. Крапивник. Так, кирка. Пока ношу с собой. Ну, на этом, я думаю, стоит закончить. Принц нищих. Вот такая вот книга находится возле моей постели фактически. В следующий раз мы продолжим выполнение задания касательно Златолиста. Доставим крапивник по месту назначения. Ну и если надо будет что-то еще сделать, обязательно этим займемся. А пока что я прощаюсь с вами. До следующих видео.